Серьезно? Да ладно! Да он не считается. Все, следующий. У тебя так много комиксов. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна ганує. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна. Приветствуем Артема Проханова, выходи. Ближе, сюда. Книжка в мягком переплете не разваливается, потому что она прошита, как твердый переплет. Но при этом стоит не 650 рублей, а 350. Вау! Итак, это уже третья книга в серии, завершающая, как сказал Саша. С чего началась эта история? С того, что однажды я нарисовала историю. Приезжайте издательство «Камильфо» и авторы комикса «Аврора. Другая история». Сняли вот это, вот эти 320 страниц, это ровно половина всей истории. Я думаю, из всех книг, что у меня уходили, это самое тяжелое. Відкрий правди трішечки, чи мене не вистачить, загину ти по весні. Наша ярмарка, наш дружеский фестиваль ярмарка на сегодня закончилась. Большое спасибо, что вам пришли. В следующий раз мы постараемся сделать еще больше все. Это будет лето, хорошее настроение. Возможно, мы будем с вас брать деньги за вход. В общем, спасибо, что пришли. Огромное спасибо всем. И мы обязательно... Спасибо сестрам Конопатовым. Спасибо Гене, Саше, Роме, Егору. Спасибо Илье Абухову. Спасибо Степану за музыкальное сопровождение и всяческую поддержку. Спасибо всем. Приходите еще.